Ну что, поехали, ребята, миля в пустыне, а у меня есть вид новый. Девчонка-панк, как тебе? Шапку даже я уберу сейчас. О, офигенская. Такой вот скелетончик, да? Ну что, поехали, раллийное авто. Разгоняемся, идеальный старт. Едем. Так, мы должны здесь первый приехать. Наверное, но это не точно. А, я не могу заехать. Да что ж ты будешь делать-то, Алёшка? Давай, ладно, едем. Вот, ускоритель сработал. Так, что у нас? Второй еду. Ух ты, кто-то там вырвался вперед. Кто-то вырвался очень далеко. А, вон, вижу баги. Так, опа, да ёлки-палки, это вот нехорошее место какое-то. Всё, теперь я точно его не догоню. А может быть догоню, не знаю. Хотя навряд ли, конечно. Ох ты, нет, вонючий случай, разбились. Третье место, блин, как жалко. Магнитная цепь. Ну, поехали. На магнитной цепи. Если бы я там не разбился, мне первое место занял. Ах, ну ладно. Магнитная цепь. Ой, какая магнитная цепь. Я не люблю эту фабрику, какую-нибудь. На тебя постоянно какие-то коробки падают, тут эти магниты тебя примагничивают. Смотри, вот эти тачки меня обгоняют. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Давай, ну хотя бы второе место. Давай, быстрее. Так, пока второе место. Сейчас надо первое выбить. Так, идеальный старт, тем более. Так, опять все повключалось. Давай. О, я наверх. Я взял магнитик. Блин, не магнитик этот. Бензинчик. Давай, быстрее. Ой, хорошо. Были бы у меня крылья, я бы еще полетал бы. Ой, хорошо. Смотрите. Первое место идет. Да. Давайте играть дальше. Идеальный старт. Давай. Ух ты, смотри, этот выбился прям вперед. Прикинь, оно мне подсиропило как. Ой, как плохо. Ребята, я прям вот врезался туда, куда не надо было врезаться. Естественно, теряю много-много времени. Так, чё, третья позиция, блин, в конце, капец. А, ну занял первое место, спасибо. Вот, еще один сундучок у меня, круто. Давайте поедем в приключение. А у меня получается 4000. Рекорд 4 километра. Будем стараться побить рекорд. Да, и у меня сейчас двойные монетки, потому что мне нужны деньги. Деньги на прокачку моей машинки, которая очень-очень дорого. Детальки стоят. На ролеечку свою. Хочу ее прокачать, ребята, по возможности. Сколько будет возможностей. Прокачать стачку, сколько прокачаем. А двойные монетки нам помогут. Не переворачивайся только, пожалуйста. А то у меня вечно. Ой, как делаю двойные монеты, так у меня машинка переворачивается. Вообще это нормально? Нет явления. Это вообще ненормальное явление, что такое происходит. Так, всё. Вот я либо спешу очень сильно, да? Блин, у меня машинка что-то загорелась, задымилась. Да, бедолашка. Ну ладно. Нет, не суть. Не суть проблемы. Ох ты, тихо, не перевернись. Так, ладно, едем, ребята. Потихонечку едем. Потихонечку зарабатываем монеточки. Сундуков что-то сегодня не было вот этих. Я не помню, утром, либо когда, либо они ночью сегодня появятся, такие сундуки. Ежедневные, которые. Передумают, короче. Они бы мне тоже помогли бы денежку заработать. А так вот так только вот эти копейки сшибать. Ну вот. Надеюсь, 40 тысяч, до 40 тысяч у меня докоплю монеток. Сейчас пока у меня 34 тысячи. Мало монет, конечно. Давай, поднимайся.
Вот, потому что тачка у меня самая прикольненькая, моя любимая. Она мне самая прокачанная из всех, потом у меня баги идет по прокачке. Но больше всего я сегодня посмотрел статистику, на какой именно машинке я больше всего проезжал. Но пока лидируют у меня все-таки баги. Ну, потому что я у меня очень-очень много ездил на баги. А на ролейке тоже, вторая ролейка идет. Ну, скоро у меня по статистике будет пройдено километров больше на ролейке. Что намного у меня быстрее. Больше я в нее вкладывал деньги, больше ее прокачивал. Так что пока что так вот. Ну и прокачивать как бы в дальнейшем я собираюсь больше ралли. Вот когда на максималочку я прокачаю раллийку, вторая потом, скорее всего, пойдет баги прокачиваться. Да, в конце недели 1080 будет у меня. За сундук, может быть, 100. Ну, вступил я, короче, в команду. Был я как-то так, команда называлась. Там ребята молодцы. Но у них нулевики еще вот эти вот сидят. Команда вся забита. Просто как, я уезжал на 3 недели. И возможности играть у меня не было. У меня не было интернета, к сожалению. Туда, куда я ездил. Но в итоге... Проходит 3 недели, приезжай домой. А меня-то из команды турнули. Как бы не стала я писать. Хотел, конечно, но не стала я писать, что типа, ребята, на 3 недели уезжают. Хотя я не знала, на сколько именно недели я уеду. На 2 или на 3. Там как бы у меня особо друзей нету в этой команде. Я, ну, где-то месяц, 1.5 или 2 месяца я у них был. Нормально таки. Ну там они ездят вообще хорошо. Ребята, там по 200 километров. Ну, там у них все строго. Если ты новичок, первые 2 дня ты должен накатать 30 километров. Если не накатываешь, то тебя тикают. Ну, на самом деле никто никого не тикал. И они могли целую неделю там просидеть. С 30 километрами или меньше. В итоге. Тикали потом. За день до получения сундука. Вообще нормально, да? Ребята сидели всю неделю, думали, о, наездили мы там 30 километров или там 10. Думаю, сейчас получим бабки. Нифига, ребята, кто не работает, извините, того кикают. Но я считаю это правильно. Надо наезжать 100 километров в неделю. И обязательно участвовать в командных событиях. Ну, там и были, кто не участвовал в командных событиях. Их просто жалели, но потом все натикали. Но в итоге у них целую неделю сидят вот эти вот нулевики или кто-то, ну кто мало катается. Я приезжаю, значит, домой. Смотрю, меня тикнули. Ну, естественно, за 3 недели у меня там по нулям было. И километраж, и КС, я нигде не играл, конечно, меня тикнули. Но я-то хорошо, я всегда там по 200 километров. По 300 даже бывало наезжал, сундук был жирненький. Мы все хорошо работали, молодцы. У нас всегда было больше 100 тысяч монет каждую неделю. Они меня, короче, кикнули. А я добавиться к ним не могу. Это было, кстати, я приезжал тогда в пятницу. Да, в пятницу было. Как бы за 2 дня. Ну, я бы за 2 дня бы наездил бы 100 километров спокойно. Я за день могу 100 километров наездить. В итоге я не могу добавиться в эту команду свою, да, вот это. Ну, поискал я другие команды, ну, у всех очень мало кто там наезжает, там сундуки слабые, а я хотел бы найти команду, которая нормальные сундучки там были. Ну, короче, нашел я другую команду, сейчас я называется она команда, сейчас прорекламирую ее. НСК-54, кажется. Ну, если кому прям интересно, я могу скинуть координаты. Чуть-чуть осталось, блин, совсем немножко мы не доехали. Ну, ладно. Так, ну и сколько я заработал? 5800. Ну, хорошо, спасибо, 5800, отлично. Ну, мы
рекорд поставили. Угу.